Работают слишком медленно, хотя значительный объем работ по ремонту 81-й школы уже выполнен. К такому выводу пришел глава Самарской администрации Олег Фурсов во время осмотра стройки. Здесь уже укрепили фундамент здания, начаты кровельные работы, прокладка внутренних инженерных коммуникаций. Впереди отделка помещений, приведение в порядок фасада, благоустройство прилегающей территории. Полностью заменены перекрытия трех этажей. В настоящий момент ведется частичный демонтаж перекрытия последнего, а часть из него уже выполнена, забетонирована. Та часть класса, которая перекрытия были деревянными, полностью, да, Тем не менее, подрядчик оштрафует за нарушение правил благоустройства и ненадлежащее содержание строительной площадки. Также глава администрации поручил проработать вопрос замены оконных конструкций, поскольку в них не предусмотрена система микропроветривания. Конечно, наша задача как можно быстрее ввести этот объект в эксплуатацию. Мы усиливаем контроль за этим объектом. Будем раз в неделю отслеживать, как здесь ведутся работы. Мои сотрудники будут приезжать смотреть. Закончить работы должны до начала сентября, чтобы успеть перевести необходимое оборудование для старта учебного года.